Всем привет, это канал Миллион Абдулла. Сегодня у нас рубрика «Приветы» и расписание на следующую неделю выпуска роликов. Итак, понедельник. Понедельник. Я снял ролик с серебряной монетой, достоинством 3 рубля, на которой изображен Георгий Победоносец. Вот я снял, рассказал про нее, про монету подробно, то все. Вот это будет в понедельник. Во вторник. Велик Брэмптон. Кстати, очень интересный велик. Так складывается, что прям вообще вот такой маленький становится. Ну, дорогой, зараза, блин. Какой дорогой. Итак, про этот велик будет лекция, рассказ специалистов двух очень хороших. Это будет во вторник. В среду. Ружье Ата Армс Пегасус. Мой друг показывает свое ружье, рассказывает про него. Вот. В таком кейсике. И там два ствола. Один короткий пулевой и другой дробовик. Длинный дробовой ствол, там всякие чоки. Ну, посмотрите. Четверг. Как видеть красоту? Съездили с женой в лесопарк, посмотрели красиво. Я там кое-что поснимал и немножко высказал свои мысли, как вот можно видеть красоту взглядом художника. Это будет четверг. В пятницу. В пятницу у нас Александр Герцен. Ура! И он принес нож Гербер. Вот. Там хитрое название. Вот этот ролик будет в пятницу. В субботу, как обычно, приветы, скорее всего, будут. Но могу оговориться, что теперь приветы могут выходить не каждую неделю. Могут выходить, могут не выходить. Это будет зависеть от того, что если я куда-нибудь сорвусь, уеду, ну, в какое-нибудь место там, или в гости куда-то, или на охоту, или еще куда-то, то... Может, привет там не состояться, например, в какой-то из недели. Может, даже две подряд. Как пойдет, я не знаю. Поэтому готовьтесь к тому, что некоторые приветы будут передаваться только через две недели. Ну, а если все нормально, то и каждую неделю будет нормально. И так понеслась приветы. Альберт Тутфулин. Лучше лимон есть маленькими дольками. Так меньше ощущаешь горечь. Я так съел, даже не поморщился. Привет тебе. Спасибо за привет, Альберт Тутфулин. Я учту этот момент на следующий, ну не знаю, мне не хочется больше лимон есть. Как-то вот хватит одного, мне кажется. Он такой, ой. Я как вспомню, как я вообще съел, непонятно. Данил Грач, Миллион Абдулла, передай привет городу Пермь. Городу Пермь, передаю привет из города Санкт-Петербурга. Данилу Грачу тоже привет от Миллион Абдулла. Роланд Пасманик, на поплавочную удочку, это вот он написал. Сними что-нибудь про рыбалку на поплавочную удочку. Ну, у меня есть несколько роликов про рыбалку, там в плейлисте про рыбалку. Ну, конечно, если мы поедем на рыбалку, я, естественно, сниму еще про рыбалку. На поплавочную удочку интересно ловить, конечно, летом, да. Зимнюю хотел снять, но так и не выбрался. И самое главное, уже давным-давно куплена палатка была, и ящик я тоже купил со скидкой хорошей. Давным-давно, причем уже очень давно. Думал, ну вот поеду, и там с машиной то все как-то вот. Человек один меня подвел, второй как-то вот не захотел ехать, и так вот так как-то. А сам я думаю, ну ладно, без машины как я поеду? Палатку себе тащить надо с машиной, но с машиной не получилось. Друг уехал, один, другой на рыбалку не ездит, ну в общем вот так вот. Ну может следующий год, а что делать? Так, Вячеслав Креш пишет, передайте привет авторитету Любычу из Никитовки. Авторитету Любычу из Никитовки, привет. Из Никитовки. Привет. Так. Передайте привет мне. Это пишет ZoStrollsXX. И удачи с роликом, вы лучший. Спасибо. Передаю привет ZoStrollsXX. Ага. Кстати, надо на него, наверное, подписаться. Да, подпишусь. Хотя я не просил, но я подпишусь. Ладно. Слон Зона. Абдулла, ты забыл снять ролик о том, как ты хранишь патроны, а то с ящиком пластиком заморочился, и все, тишина. Покатай патронов дробь 5, но я уже накатал, даже снял ролик. Ну вот, наверное, на следующей неделе, не на следующей, а вот через неделю выложу. Потому что что-то там много про патроны было, надо немножко паузу сделать. Про ножи, вот, про велосипед, про монеты, так, как, чтобы поразнообразнее было. Скоро открытие, 12 калибр, 2.15 сокол, 32 грома дроби, пластиковый пышконтейнер, рулит. Лайк тебе, Абдулла, как всегда, спасибо. Слон Зона, тебе привет. Ну вот, насчет хранения патронов, я не стал снимать свои сейфы. Что-то как-то думаю, ну зачем я буду их снимать, пусть будут так пока. Ну,
пока настроения нету. Не то, что нету настроения, но... Ну, может быть, сниму, да. Но не обещаю, как обычно, не обещаю. Да, ну, я помню, что надо сейфы снять, но как-то вот не знаю, они там... У меня их два, вообще-то говоря. Ну, ладно, наверное... Ну, подумаю, в общем, как это лучше сделать. Потому что там освещения мало, тесно, ну, как тогда подступиться, кладовка маленькая. Как вот... А вытащить его никак. Ну, как, они привинчены нахрен, намертво. Все, их отвинчивать, что ли, вытаскивать? Не... Но буду думать, как это лучше сделать, да. Рома Любезнов. Хороший ты человек, Абдулла, но зря ты свою жизнь на это тратишь. Но если тебя это дело устраивает и нравится, тут аргументов и отговорок нету. Но я не трачу жизнь. Я ее живу. Вот мне сейчас нравится вот это делать, я делаю. И все. Будет нравиться что-то другое, буду делать что-то другое. Ну а как еще-то? Gold Channel. И снова я, загадка. Кто гуляет поздно ночью, посещает плохих людей, танцует и поет, любит свет. Вот не знаю. Не знаю. Не знаю. Такая загадка. И в тот раз какая-то загадка была непонятная. В этот раз тоже. У этой загадки, наверное, отгадка есть, но я ее не знаю точно. Очень уж заумно. Ой, трудная загадка. Так. Кристина Петрачкова. То чувство, когда твой одноклассник Вася Перевалов из Сертова. Не знаю, что там за чувство. Это гордость, наверное. Lord Games TV. Удачи! Вчера подписался. Спасибо. 5 дней назад написано, что ну, уже 5 дней прошло. Вот Lord Games TV подписался на меня. Это хорошо. Вот у него тоже 85 подписчиков. Надо на него тоже подписаться. Вот, подпишусь, да. Маугли Тудей. Миллион Абдулла, передай привет каналу Маугли Тудей в лице Расщупкина, Ивана Дальний Восток, Приморский край, город Спасск Дальний. Привет от меня твоему каналу. Спасибо и привет тоже тебе, Маугли Тудей, это канал. Вот. И Ивану Расщупкину тоже привет. Дальний Восток, Приморский край, город Спасск Дальний. Надо же, о как, далеко-то, а, оказалось, в Питере, а там на Дальнем Востоке... Какое расстояние? На самолете устанешь лететь, наверное. Все ноги затекут, пока летишь. А уж на поезде тем более. Съешь там не одну курицу. Целиком. Майкл или Мишел или Михаил Фрагмуви. Спасибо, было очень приятно услышать привет от вас. Я сделаю шапку. Вы посмотрите у меня на канале про нее видео и скажете, скинуть вам ее или нет. Я видел эту шапку, шапка мне понравилась. Просто я оформление своего канала менять не хочу. Пусть уж какой есть, такой и будет, потому что там все сделано хорошо. Хотя, конечно, шапки мне сделали для канала просто шикарные. Ну, прям супер. Но я вот пока ту оставлю, потому что там цвета более яркие. Хотя, конечно, качество шапок... Ну, люди просто талантливы, что тут скажешь. Абдулла, керамбитом можно кидать, но только как бумерангом. Но при промахе лезвие может сломаться. Ага. Керамбит не знаю, что-то как-то это все. Что его кидать-то? Керамбит нож какой-то, мне он какой-то не нравится. Видите, дырка там для пальца как кривой весь, не то, не сё. Ну, кто-то, может быть, и любит такие. Говорят, даже грибы с ним хорошо собирать. Но я предпочитаю обычные ножи, к которым привык в советское время. Они ничего там примечательного, обычный складной раз, все взял и пошел. Мистер Игл. Передай мне привет и всему Ачинску, пожалуйста. Всему Ачинску привет и мистеру Иглу тоже привет. Или Игл, как не знаю, это Орел, наверное, по-английски-то. Вот, привет. Максим Михайлов, миллион Абдулла, сделайте обзор по вашей квартире. И тут Егор Грознов пишет. И ключ от квартиры, где деньги лежат, пусть даст. Я дописал, адрес нужен. Квартиру... Пока ремонт не сделаю, не буду ее показывать. Там надо подкрасить, подлатать. Ну, что я буду это свою там грязь-то показывать? Зачем? Кому это надо? В комнате более-менее нормально. Вот я показал, да и то там тоже надо маленько подкрасить. А про квартиру-то вообще. Кот у меня любитель обои пододрать. Так разодрал. Ну, вот я клеил аккуратно, так чтобы все миллиметр в миллиметр все заклеил, пригладил все. Приехал кот с дачи, хрязь, и опять эти все висят. Ну что, по лапам ему бить, что ли? Кота не бью. Зачем его? Я его только глажу. Вот он этим пользуется и обои дерет. Так. Динка Шмелев. Вчера подписался и очень нравится мне ваш канал. Так держать. Спасибо за подписку.
Димка Шмелев, тебе привет. Абдулы. Кирилл Кривошапов. Снимай «Прометание». Снимаю. Я наснимал несколько роликов. И еще, скорее всего, буду снимать. Потому что «Прометание», конечно, это самое интересное снимать. Потому что я многими воспринимаюсь как только метатель ножей. Еще и приколист при этом. Приколист-метатель такой, развлекательный метатель. Даже вот недавно про меня Макс 100-500 опять выложил, по-моему, опять или как, не знаю, выложил какой-то экшен там. И там мой ролик разобрал, где я там спортивное метание показываю. Смешно так получилось. Да, в смысле, у него смешно получилось, меня это самое, так сказать, разобрать по деталям. Он любит это все. Каждый элемент, это все, вот он профессионально все делает. Ну ладно, пусть. Этот ролик от канала «Миллион Абдулла», а там от какого-то другого канала. Взяли мой ролик, скачали себе, и все. Ну я не обижаюсь, конечно, но хотя бы написали, что «Миллион Абдулла». Что это такое, там мужик. Это «Миллион Абдулла», а не мужик. Это я. Так. Kill Steel Machine. Очень приятно было услышать ваш привет мне. Спасибо. Пожалуйста, еще раз могу передать привет Kill Steel Machine. От Абдулы. Ага. Так, Славка 1337. Единица написана. В смысле, он первый успел сделать комментарий. Первый. Ура! Вот я ему за это лайк поставил. Сейчас мы еще и на него подпишемся. Да, у него 8 подписчиков, ну пусть будет еще 9. Эрберг Тихватуллин. Спасибо, Абдулла, привет из Казани. Пожалуйста. Казани, привет. Эрберт, не хватает тебе еще раз привет. Наверное, я привет передавал уже, но забыл. Но я всегда лучше второй раз передам, чем не раз. Потому что иногда получается, что что-нибудь перепутаю там туда-сюда. Ну ладно, вот это все, что я хотел сказать в эти приветы. И еще раз напоминаю программу передач. Понедельник, монета с Георгием Победоносцем, 3-рублевая. Серебряная такая, большая, толстая, красивая. Мне ее жена на день рождения подарила. Во вторник, велик Брентон. Классный велик, дорогущий, ух, прям так складывается, так, аж прям в комочек, прям вот два колеса, они рядышком, а все остальное почти внутри там. Классный велик тоже, ну, зараза, дорогой. Среда, это ружьишко будет турецкое, Ата Армс Пегасус с двумя стволами. И четверг, как видеть, красоту, хороший ролик тоже. В пятницу Гербер, это Александр Герцен там будет отжигать, ух. Классно, он вообще все про ножи столько много знает, так умело говорит про них. Я не знаю, прям как энциклопедия ходячая. А память просто шикарная. У меня память, я бы столько слов даже не смог бы запомнить, наверное. Если по бумажке читать, ну это все заметили, неинтересно. Ну и в субботу приветы, как обычно. Ну на всякий случай предупреждаю, может быть там накладка, если я куда-то поеду, там на рыбалку или в поход, или кому-то в гости. Или на охоту. Ну, на охоту еще, конечно, там не сезон, но мало ли куда-то там поеду. Тогда там вместо приветов, может, что-нибудь другое выложу. Это был канал «Миллион Абдулла». Всем пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Спрашивайте, задавайте вопросы обязательно. И дайте мне, пожалуйста, ваши советы, рекомендации, что делать с этим вот роликом, который я постоянно выкладываю по субботам. Приветы. Вот программу передачи я вставил, это хорошо. Может еще что-нибудь добавить, чтобы этот ролик было интересно смотреть не только тому, кому приветы передают, но и тому, кто привет не получает в этот раз. Просто чтобы было весело и интересно. Давайте свои идеи, я их буду воплощать в жизнь. Вот. Все, счастливо!